Всем привет, продолжаем гулять по соборам Италии. Сегодня я хочу вам показать внутреннее убранство Сан Марчелло аль Корсо, католический храм Италии, Рим. Сан Марчелло аль Корсо – это одна из старейших церквей Рима. По легенде, строительство первой церкви началось в 308-309 годах и связывает его с папой Марцеллом I. Но археологи датируют первые постройки на этом месте 380-450 годами. В XII веке были построены большая базилика, некоторые части стен. В общем, видны и в нынешнем барочном фасаде. В 1519 году церковь полностью сгорела. И на месте храма Якопа Сансавина, Якопа Сансавилла – это скульптор и архитектор эпохи Высокого Возрождения. Вот так написано в Википедии. Как скульптор Сансавилла изваял статую Марса и Нептуна, установленную на парадной лестнице дворца Дожей. Вот так информация. Ну так вот, Якопа Сансавилл возвел новую однонефную церковь с богато украшенными капеллами в 1682-83 годах. Карло Фонтана, итальянский архитектор, скульптор, ученик и продолжатель дела Бернини в 17-18 веках, возглавлял интернациональную школу барокко. Фонтана спроектировал причудливо вогнутый фасад из травертина. А травертин – это известковый туф. Он используется как строительный и облицовочный камень. Так что все знали, что это такое. Я тоже об этом не знал, вот сейчас узнал. Была возведена новая однонефная церковь с богато украшенными капеллами. В интерьере заслуживает внимания плоский кассетный потолок 1592 год и многочисленные надгробия. В центральном нефе расположены надгробие кардинала Джованни Михеле, его племянница, епископа Антония Орса, который выполнен Сансавина в венецианском стиле. В одной из капелл находится деревянное распятие 15 век, которое сохранилось после пожара. Здесь представлена красивая кафедра, которая спроектирована Джованни Матина де Росси, выполнена Карло Триани в 1673 году. Капелла Святой Марии Магдалины, картины алтаря Джакомо Трига, 1746 год. Капелла надгробия кардинала Консальви и его брата работа Ринальдо Ринальди, 1793 год. Ну, конечно, я уже говорил, капелла распятия. Здесь находится чудотворное распятие. Это деревянное распятие, которое чудом сохранилось после пожара. Ну, вот такие знаковые вещи в этой церкви. Данные я беру из Википедии, сайта этой церкви. Здесь идет перечисление священников, которые руководили церковью. Но я, наверное, зачитывать всех их не буду. Совсем интересно. Ну вот, собственно говоря, и все. Вот я вам рассказал, показал внутреннее убранство одной из старейших церквей Рима, Сан Марчелло аль Корсо. Все, всем пока, всем привет, до свидания.